несмотря на успех, несмотря на отличные результаты, хорошую игру, в состоянии эйфории не впадает Валерий Карпин и, наверное, правильно делает. Ну что ж, пустеет стадион, болельщики красно-белых чрезвычайно довольны, так же, как их и любимцы этой победе. Старается не унывать или, во всяком случае, виду подавать Роберто Карлос, но мы видим грустные глаза. Ни такой игры, ни такого результата, я уверен, он ожидал сегодня, так же, как и руководители дагестанского клуба, многочисленные болельщики этой команды. Но еще раз подчеркиваю, сегодня «Спартак» был лучше во всех отношениях и выиграл с крупным счетом по делу. Статистика на ваших экранах. «Спартак» нанес большое количество ударов по воротам. Три из них привели к голам. Ну и так же, как по итогам первого тайма и по итогам в целом всего матча, лучше «Спартак» точнее играл в пас и больше владел мячом. Но при этом достаточно много нарушал правила. Ну и «Спартакс» получили три желтых карточки, а футболисты из столицы Дагестана лишь раз были предупреждены. Максимальное расстояние в сегодняшнем матче у «Спартака» покрыл центральный полузащитник ДЗЭОВ. Ну и отметим объем работы Юрия Жиркова. Он лучший вообще в этой встрече, даже чуть больше, чем ДЗЭОВ пробежал. Максимальную скорость Велетон в «Спартаке». Ну, это все понятно и объяснимо. Реактивный футболист. Прудников был самым быстроногим в составе махачкалинской команды. Ну и в заключение репортажа, я так понимаю, мы должны будем с вами увидеть саммари. Юрий Жирков на ваших экранах. Это его дебют в составе новой команды, в составе махачкалинского клуба. Да, дебют нельзя назвать успешным, прежде всего отталкиваясь от результата. Да и, безусловно, Жирков может играть сильнее и лучше. Ну вот вы слышали слова Гаджи Гаджиева. Он не сомневается, а я его в этом поддерживаю, что и Жирков, и другие новички Анжи с каждым матчем будут прибавлять. И команда эта будет становиться в дальнейшем только сильнее. Ну и в заключение действительно обещанное саммари. Моменты первого тайма. «Спартак» начал активно и практически сразу же добился территориального превосходства. Был один неприятный для красно-белых эпизод в первой половине, когда допустил ошибку Серхио Родригес, но выручил свою команду, скажем так, не подвел Андрей Дикань, капитан «Спартака». Это капитан Анжи. Вот, оказавшись на бровке, он поприветствовал Валерия Карпина, с которым, еще раз подчеркиваю, не раз встречался на футбольном поле, когда играл в Испании за мадридский «Реал». Вот так счет был открыт. Первый гол в ближний угол. Удар Ари, Макеев навешивает, великолепно играет, чувствует партнера Артем Дзюба. Ну и затем Ари расправляется с Агаларовым. Есть первый гол в этом матче, он датирован 35-й минутой. Спартаковцы в первой половине забили еще один гол. Случилось это приятное для них событие на 44-й минуте. Опять Ари, опять неубедительно играет на фланге Агаларов. Навес и дальнюю штангу замыкает Дмитрий Камбаров. Ангба был занят тем, что боролся с Велетоном. И опять гол в ближний угол. И третий гол, вспоминаем игру, был забит в ближний угол спартаковцам. Сделал это на 73-й минуте, вышедший на замену Александр Козлов. Его гол мы увидим буквально через минуту. Гол хороший, дриблинг, скорость, азарт, дерзость. Все было сделано, конечно же, красиво, но все-таки три мяча в сегодняшнем матче внутри Ревишвили пропустил в ближний угол. Это мы обязаны отметить. На этом, пожалуй, все. Я благодарю коллег, я благодарю Дениса Казанского за совместные комментарии, за отличную работу режиссера трансляции Виталия Ганюшкина. В общем, всех, кто был задействован сегодня в Лужниках. Ну и в заключение я благодарю вас, уважаемые телезрители, за внимание. С вами был Владислав Батурин и Денис Казанский, комментаторы матча. Счастливо! Смотрите российский футбол на НТВ+. До новых встреч!